Команда проекта «Где-то в России» приехала в город Железногорск, где, как вы правильно поняли, много железа и гор. Сегодня мы проведем финал муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КСБаскет». И я очень надеюсь, что мы будем играть баскетбольными мячами, а не вот такими вот камнями из железной руды. Мы находимся на смотровой площадке карьера Михайловского горно-обогатительного комбината. Сам комбинат является градообразующим предприятием города Железногорск, а карьер – один из самых крупных в России. Со смотровой площадки целые составы вагонов и самые большие в мире БелАЗы кажутся просто игрушечными. Закончились игры за третье место. У девушек сильнее оказалась гимназия номер один, а у юношей средняя общеобразовательная школа номер 11. We'd all day.
состоялась финальная игра у девушек со счетом 32-50. Среднеобщеобразовательная школа. Закончилась финальная игра у девушек со счетом 32-25. Школа номер 11 оказалась сильнее лицея номер 12. Ну что, друзья, финальная игра у юношей завершилась, и в упорной борьбе победу одержала гимназия номер один. Команда проекта «Где-то в России» заканчивает свою работу в городе Железногорск и отправляется дальше в село Старая Полтавка Волгоградской области. Ну а здесь уже по традиции мы ставим точку.